Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Максим Рут, и я приветствую вас в финальной серии «Спор. Космические приключения». Сегодня мы летим в центр галактики. Именно вот сюда, вот куда я показываю. Здесь кругом гроксы, просто немеренное количество гроксов. Я не знаю, как у нас получится долететь или нет, но я подготовился. Это все не так просто, я очень долго сидел здесь, чтобы заработать немного денег, чтобы немножечко прокачаться, купить межзвездный двигатель, чтобы мы могли дальше лететь, чтобы это все гораздо быстрее произошло. И наборчики у меня, ремонтный набор, чтобы пополнять наше здоровье, дабы они очень много сносят. И массовый ремонт очень долго откатывается. Плюс большая батарея, мы ее используем не так часто. А на планету Барков напали гроксы, ничего страшного. Хотя давайте, давай, почему бы нет? Сейчас как раз таки повоюем с гроксами. Посмотрим, на что эти сосунки способны. Да, именно сосунки. И сегодня мы пролетим мимо них в центр галактики. Так, гроксы, блин. На одну какую-то колонию напали. Вообще, какую-то не это самое. Так. Так, я забыл уже управлять. А, все, все-все-все, вспомнил. Ну что, дорогие друзья, вы прилетели не на ту планету, друзья. Вам надо разворачиваться и лететь отсюда к чертовой бабушке. Так, ну-ка, ну-ка, видите, как они много сносят? То есть там же они по такому же принципу работают. Очень быстро и быстро сносят нас. Блин, да их тут еще несколько штук. Так, раз и два. Ах ты, зараза, из-под тишка меня атаковал. Так, и большая баржа, грубо говоря, гроксов, она находится вот здесь. Так, это мы уничтожили. Так, следующая колония гроксов находится здесь. Эскадрилья гроксов. Мы ее тоже должны разгромить. Туда же две эскадрильи. Так, давайте. Что? Слабаки. Кстати, с гроксами можно подружиться. Да, я сам недавно узнал то, что если разрушить несколько планет вокруг империи гроксов, вокруг ихних, местоположение их, то можно подружиться с гроксами. Они скажут: молодец, ты придерживаешься таким же идеалом, как и мы. Война и все такое. Так что добро пожаловать к нам. И тогда гроксы являются вашими союзниками, а остальные просто вас начинают ненавидеть. Вы становитесь ихними врагами, да? Ой-ой-ой, вот это было жестко. Вот это из-под тишка, просто как крысы какие-то. Ну, вот сами видите. Напали на нас. Так, давай, давай, давай. Да чё вы трусы такие? Ну-ка. Один корабль мой справляется с вашими эскадрильями гроксов. Вы чё, с ума посходили, что ли? Империя еще называется. Я не знаю, кто-то, наверное, когда-нибудь заморачивался истребить этих всех гроксов, но мне кажется, это просто нереально сделать. Не, это сделать реально, но на это очень много времени потребуется. Прям колоссальное количество времени. Но это реально сделать, да. Все. Это мы выполнили. Не хочу ничего подбирать, потому что мы сейчас полетим на нашу родную планету. Закупимся всем необходимым. Еще немножечко прикупим что-нибудь. И полетим уже в центр галактики. Будем смотреть, что там. Так, бесплатно подзарядиться, поремонтировать. Это все продаем. И что у нас здесь? У нас здесь ничего нету. Я хочу еще несколько штучек, хотя бы 5 штук лечилок купить. Да, вот здесь, наверное, скорее всего, здесь будут продавать. Так, Империя. Космический корабль. Торговля. Походу, я уже все скупил. Ну что ж, полетели. Вы готовы? Я готов. Полетели. Я еще исследовал проникновение через черные дыры. То есть мы сможем через черные дыры перелетать на другие местоположения. Но я этим не буду пользоваться. Я буду просто чисто на своем двигателе топить, топить в центр галактики. Да, мы сможем до тут долететь. Я не сомневаюсь. В прошлый раз у нас этого не вышло, но сегодня я полон сил, чтобы это сделать. Да, где у нас центр галактики? Центр галактики вот здесь. Надо пролететь вот сюда вот. Пока что никаких трудностей. А трудности начинаются тогда, когда наш радиус просто смещается до вот такого-то маленького кружка. И становится очень тяжело передвигаться. Вот уже гроксы пошли. Уже гроксы пошли. Да, но пока что передвигаться легко.
Так, так, так. У меня батарея закончилась. Летим потихонечку. Через эскадрилью Гроксов. Давай, давай, друг. Ты должен лететь. Ты должен лететь прямиком туда. Так, следим за жизнями. Следим за топливом. Так. Не дотягиваемся, да? Не дотягиваемся. Так, а как лучше будет пролететь-то, а? Может включить эти? Пройденный путь? Нет, пройденный путь нет. Империи? Нет. А, империи, вот. Вот это нам поможет. Да, определенно. Вот до сюда долетаем, видите? Так, надо лететь по этим кругляшкам. Они нам очень помогут. Так. Ага, не дотягиваюсь, да? Не дотягиваюсь, не дотягиваюсь. Так, подчиниться. Надо долететь до вот этой вот планеты. Тогда мы сможем долететь до этой планеты. Все. Клево. Клево. Так, сюда. Сюда. Следим за жизнями. Чтоб не профукать момент, а то нас взорвут. И все. Это все будет у нас марку просто. Так, надо сюда куда-то. Так. Все. Пока что нормально. Пока что справляемся с нашей задачей. Так, сюда. Сюда мы долетаем, долетаем. Последите кто-нибудь за моим ХП. Очень надо. Так. Почти центр галактики. Почти центр галактики. Давай, давай. Топим. На всякий случай. Так. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Не сюда, дружок. Нам надо облететь здесь. Походу, нам надо здесь облететь это все. Нам надо двигаться как-то туда, что ли. Сейчас попробуем. Да, скорее всего, я все правильно делаю. Так, ХП. Лети, дружок, ты че встал-то? Долетаем, долетаем. Все шикарно. Оп. Так, сюда. Мы опять вернулись на ту же самую орбиту. Ой-ой-ой, чуть не профукал. Так, а как до тут долететь-то? 2,7. Во, долетает же. Чё ты мне тут макароны на уши вешаешь? Так, летим, 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 летим. Главное не останавливаться. Ой-ой-ой, как они быстро-то расхватывают нас. Вон, я уже вижу центр галактики. Вы его видите? Я его вижу. Блин, тяжеловато здесь. А как здесь-то? Отсюда пролететь, что ли? Так. Пока что летим. Пока что все чики-пуки. Так, сюда. Не долетаю, да? Не долетаю. Какой-нибудь другой путь, значит, выбрать надо. Блин, зараза. Вот это плохо. Вот это очень плохо. А, я не долетаю до туда, я не долетаю до сюда. Нет, 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 подзарядиться. Да куда же лететь-то? Так, ладно, будем искать другой путь. Так, значит, откуда-то оттуда надо пролететь это все. Может быть, я пропустил какой-то объект важный для меня. Давайте попробуем, значит, отсюда пролететь. Чем черт не шутит. Так, я не дотягиваюсь, да? А до сюда я дотягиваюсь. До сюда я дотягиваюсь, до сюда я дотягиваюсь. Блин, опять слишком много. А может отсюда получится? Кстати, как вариант, да. Можно попробовать. Блин, зараза, я не дотягиваюсь вообще ни до куда. Ням-ням-ням-ням-ням. Что-то пошло не так. Что-то определенно пошло не так. Сейчас все свои аптечки растринькаю, а потом придется опять лететь. Где-то же здесь должен быть вот именно тот самый путь, который нас приведет к центру галактики. Ой-ой-ой! Тяжело лететь и следить одновременно. Ай-яй-яй! Господи, я чуть не завтыкал. Да господи, да как до тут долететь-то? Вот. Вот сюда, потом давай вот сюда, вот не знаю. Нет, 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 не сюда, значит.
Значит, откуда-то отсюда надо двигаться. Не всего лишь-то лететь до центра галактики, ребят. О, все, нашел. Видите, как трудно найти ту самую точку, по которой надо двигаться. Это центр галактики. Я иду, я иду, я иду. Я иду в центр галактики. Все, ребят, мы долетели. Надеюсь. Что это такое? А это центр галактики, ребята. О, как долго я шел к этому. Вы не представляете, как долго я к этому шел. Ну что ж, вы готовы залететь? Я готов. Залетаем. Я не знаю, что сейчас будет. Ни разу этого не делал. Абсолютно. Слушаем. Или смотрим. Гриблз, Муфранк. Бунатарбл Винифуа. Наубрат Муни Устеклопс. Приветствую тебя, мой друг. Одним из нас. Мы хоть туда залетели, нет? И кто же с нами говорит-то? Давай сейчас узнаем, кто с нами говорил все это время. Это ты, что ли? Да ну нафиг. Меня зовут Стив. Блин, бред. Теперь дарована великая сила. Да-да, сила с большой буквы. Жесть. Я в шоке. Солнце, планета третья по счету. Вы поняли, о какой планете это все говорится? Это говорится о планете Земля. Получен инструмент материя жизни. Вот, запомните, это Стив, да? Это тот самый такой басистый голос, который доносится из центра галактики. Мне самое интересное, как он сюда добрался. Мы-то, понятно, своими усилиями. Ну, слушайте, клёво. В стиле этой игры юмористическая такая нарисовочка. Все? Это все? Или что-то еще будет? Материя жизни нам. Далее. Как все радужно. Ну что, я рад, я долго к этому шел. Так что я рад долететь до центра галактики. Вот она, посох жизни позволяет мгновенно сбалансировать экосистему на выбранной планете. И все. Вот чего мы добились здесь. И еще посох жизни. А, да, все правильно. И все. Все, дорогие друзья. Так. Третья планета по счету. От Солнца. Это либо искать саму Землю, либо еще что-нибудь. Но я хочу сейчас домой. Давайте-ка нас убьют Гроксы. И мы отправимся домой. Ради этого мне пришлось проделать такой огромнейший путь. Вы представляете, сколько усилий я вложил в это? Так что я думаю, это заслуживает лайка. Да, я обещал, мы долетим до центра галактики. Значит, мы долетим до центра галактики. Давайте используем посох жизни.
Смотрите, идет баланс. Балансировка всего и вся. Вау! Появляются деревья. Появляется различная флора и фауна. И сейчас третий будет. Третий тир. Ну что ж, красиво, красиво, не спорю. Все, здесь теперь зародилась жизнь. С помощью нас мы теперь творцы всего и вся. Мы можем любую планету так сделать. Мы можем любую колонию сюда поставить. У нас теперь сила, да. Надо найти еще солнце, но это мы делать не будем, потому что мы будем лучше проходить какие-нибудь другие проектики. А нам задание какие-нибудь дали? Задание, например. А, сейчас посмотрим. Мне просто интересно самому. Может, нам задание какое-то дали? Свитки. Список заданий. Нет заданий. Нету заданий, ребят. Ну что ж, спасибо то, что посмотрели. То, что были со мной с самой первой серии до последней серии. Мне очень приятно то, что... вам понравилось, и вы провели время с какой-то пользой, с каким-то хорошим настроением. Ребята, всем спасибо еще раз. Увидимся в следующей игре. А с этой игрой пора завязывать. Да, мы ее прошли. Если, конечно же, там, я не знаю, по каким-то обстоятельствам люди потребуют еще раз прохождение спор, то, возможно, мы его сделаем. Но сейчас я не горю желанием, потому что мне, на самом деле, она немножечко... поднадоело, я столько упоров сделал, чтобы долететь до этого центра галактики, я тут просто не знаю, я часа, наверное, 3 сидел вот эти все экосистемы, настраивал тут все взаимоотношения, летал от планеты к планете, чтобы заработать хоть немножечко специй. Да, и давайте последний раз взглянем на нашу планету, с чего все начиналось. А начиналось вот с этой вот незамысловатой такой планетки, которую я назвал «Креветка». Мы окунулись вот в этот борщ. А здесь наше зарождение было, здесь наша жизнь начиналась. Потом мы постепенно эволюционировали, выбрались на сушу, обрели разум. Потом было создание племени. Да, здесь такое племя, например, было. Потом уже пошла цивилизация, мы начали строить вот такие вот колонии, где мы создали вот этот вот... шикарный замок, эти жилые дома, все это мы сами создавали. Развлекательный центр в виде, не знаю, Пиноккио, Буратино какого-то. Да, прикольные моменты были. Потом создавали всякие машиночки. И вот наш красавец, летающий аппарат, который вы можете видеть. Это все я создал сам, да. Сколько было усилий вложено во все это. Так что я думаю, вы провели... время с улыбкой на лице, как я провел это время с вами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте жирнейший лайк, потому что мы это закончили. Если вы поставите хотя бы 50 лайков, то я буду знать, что я не зря все это делал, и что вам понравилось это все, потому что ради этого всего я так старался. Зовите своих друзей. Будет еще не одно такое прохождение. Будет очень весело, будет очень захватывающе. Мы будем пугаться в различных хоррорах. Мы будем смеяться в различных каких-нибудь прикольненьких игрушечках. Так что еще много времени у нас для того, чтобы развлекаться.